что я очень хотел бы, и это абсолютно заслуженно, и я очень уверен в том, что на финальных титрах, я прошу вас, группа, на финальных титрах выйти, мы включим свет, и, собственно говоря, в пустом зале, если наш проект не понравится, порадуемся, как мы все вместе сняли нехорошо. Да! Да. Но у меня уверенность, что все получится, и все вы останетесь, досмотрите наш проект. Шестая серия – это эксперимент. Она реальный эксперимент, потому что очень много людей спрашивали, а что было до первого сезона? Почему вот этот человек сел в тюрьму, ну, в смысле, персонаж этого человека, сел в тюрьму, 7 лет отсидел, и кто кому является женой, братьем, другом. И вот мы проект сняли шестую серию. Поэтому, Паш, скажи приветственное слово. Группу я представлю в конце на титрах. И потому что мы стоим здесь для того, чтобы вы смотрели наш проект. Да, спасибо большое. Тимур! Это же прекрасно, что собрались, хотя бы хоть так, но собрались. На самом деле я не хочу долго что-то говорить. Нужно смотреть кино, а потом уже поговорим, давайте так. Так что приятного всем просмотра. Чё тянуть-то? Садимся, смотрим наше кино. Тимур Джафаров, продюсер генеральный. Спасибо, Тимур. Да. Я спрашивал перед этим, думаю, прошел год, и ты скажешь, да, как представлять группу или нет. Я не буду представлять всю группу, это наша команда, которая делала это кино. Не смейтесь там сзади. Спасибо моей группе, спасибо всем, кто это делал. Это была безумная история, безумная команда. Нам было сложно, весело, интересно. Я вас люблю. Браво! Да, я тоже хочу сказать огромное спасибо. На самом деле, у нас сильно поменялась группа с первого сезона. Я думаю, прям сильно, процентов на 80. И это тоже дало свой какой-то определенный результат. Вот, я рад, что так случилось, я рад, что так поменялось, потому что мне кажется, что стало интереснее, живее и быстрее, если можно сказать. Вот, да, действительно, было очень приятно со всеми работать, все большие молодцы, отдельные, вам аплодисменты, правда, аплодисменты. И было круто, спасибо. Надеюсь, вам зайдет. Конечно. Те, кто не смотрел первый сезон, какие-то вещи воспринимать тяжело, потому что не знают. Я думаю, что вы пересмотрите первый сезон, чтобы понять, что здесь заложено. И я хотел бы поблагодарить канал НТВ, Тимура Ванштейна, Софию Митрофанову, как продюсера этого проекта. И бесспорно поблагодарить всю команду ОКО и пиар-команду ОКО за такую премьеру. Спасибо большое! А мы убиваем свой организм алкоголем. Поехали!